Здравствуйте, в эфире прогностический центр «Метео-ТВ». Сегодня информацию о гидрометцентре России представляю я, Виолетта Гришина. На большей части нашей страны погодой продолжат руководить циклоны. На прошлой неделе это были так называемые ныряющие, которые, проваливаясь вглубь материка, затягивали вслед за собой арктический холод. Яркий пример тому Урал и центральные районы Сибири, где температура воздуха не дотягивает до нормы градусов 10. Погода там скорее похожа на зимнюю. Морозно, везде снег и метели. Но уже сейчас ситуация начала меняться. Циклоны возвращаются к более привычным маршрутам, начинают свое движение с запада на восток. Уже сейчас серия циклонов начала передвигаться вдоль арктического побережья, отсекая арктический холод. Например, в Заполярье, в Салехарде, после полудня минус 5, столько же и существенно южнее, в Екатеринбурге. Наряду с циклонами есть и два антициклона, но осенью они, увы, не гарантируют тепла и абсолютного отсутствия осадков. Так, на европейской территории, в средней полосе, скандинавский антициклон удержит пусть и спокойную, но довольно облачную погоду. Другой антициклон опекает южные районы материковой части Дальнего Востока. Там местами возможны небольшие дожди на фоне повышенного атмосферного давления. Днем от Читы до Владивостока плюс 5-10. А на островах и Камчатке уходящий циклон отметится осадками и порывистым ветром. Сахалину осадков достанется немного, в самом Южно-Сахалинске их не ожидается и днем до плюс 6. На севере совсем по-зимнему, там уже со снегом, в Якутске минус 11. В Сибири циклоны перемещаются и по северу, и по югу, а значит весь регион будет сполна обеспечен снегом на севере и снегом, мокрым снегом, а местами и дождем на юге. Теплее всего будет у Байкала, здесь ветер южный, в Иркутске днем до плюс 12. Западнее от Красноярска до Омска в основном плюс 1,6, ну а ближе к Уралу и на самом Урале температура воздуха гораздо ниже, чем должна быть. В Тюмени минус 4, в Перми минус 3, но давление там растет и к выходным погода улучшится. А на европейской территории гостит антициклон. В центре, Черноземье и на северо-западе осадков минимум и плюс 2,7. Кстати, примерно столько же и на Кольском полуострове. Здесь, в теплом секторе циклона, теплее, чем должно быть в этих числах октября. И так как по северу идут циклоны, то от Мурманской и восточнее ожидаются осадки. Снег, резкий ветер мы ожидаем и на Средней Волге. В зоне атмосферного фронта там 0 плюс 5. А Крым заденет небольшими дождями атмосферный фронт Балканского циклона. Будет ветрено и там 15-20. Столько же и на Северном Кавказе, но дождей там меньше. В районе Сочи до 23. В Санкт-Петербурге без осадков и плюс 5-7. В Москве от 4 до 6 тепла и осадков не ожидается. До встречи!